Привет, ребята! Здравствуйте вам! Город Ульяновск, стадион Труд, 25-й тур Мелбет, первой и все еще лучшей лиги мира. Уже буквально через несколько минут будем наблюдать, следить за Волга-дерби местное. Ульяновская Волга принимает астраханский Волгарь. Тишина повисла над трибунами стадиона Труд. И вот, наконец-то, стартовый свисток. И наш матч стартовал в атаке. Тут же футбольный клуб «Волгарь». Быстрое вбрасывание. Магомадов с Махмутовым отыгрываются далеко вперед на Билала Билалова. Мяч забрасывается против Локсионова. Билал Билалов в скорости, конечно же, выигрывает. Заходит в штрафную. Есть подключение от Ефремова. Но промедлил немножко. Вот сейчас находит передачу Ефремова. Прострел. Удара не стало. В этой ситуации не стал получаться удар. Но продолжается атака «Волги». И это все еще Дмитрий Ефремов. Один там Денис Кутин остался против двоих, не было поддержки, вот только сейчас. Марухин подключается к обороне ворот, удар, навес, удар и гол! Забивает астраханский «Волгарь» на 5-й минуте матча. Это событие происходит при совершенном попустительстве обороны «Волги». Похвалил я ее перед матчем, эту самую оборону, и говорил, что, в общем-то, нулевые ничьи, минимальные победы. Эта статистика уже выполнена, но вот сейчас могут перевыполнить ее. Футболисты из Астрахани 2 в 2. Атака, Артем Делькин открывается под удар. Бьет поворотом и гол! Перевыполнили статистику астраханцы, Артем Делькин. 2-0 на 11-й минуте. Вот это уже заявка. Отличная заявка на победу, ну и очередной провал в обороне у «Волги». Что творится? Но если в первом случае не доглядели, то здесь откровенный проходной двор, 2 в 2 атака, и не было там особенного. Еще один эпизод у Астрахани с левого фланга, на этот раз подача. И вновь Делькин. Вновь Делькин, один гол на его счету уже есть. Выглядит пока более активным. Кирилл Морозов здесь накрутил, ударил по центру. Несколько неуверенно Олег Морозов первый раз на этот мяч среагировал, но все-таки в итоге мяч забрал. Конечно, зрители «Волги» привыкли видеть больше моментов. Билал Билалов бьет. То ли бьет, то ли простреливает. Но в любом случае для Олега Смирнова особых проблем это не составило. Ульяновской команды неплохо вбросил на Билала Билалова. Тот пас на Кирилла Морозова и падение в штрафной. Контакт там был, безусловно, с Романом Локтионовым, центральным защитником «Волгаря» у Кирилла Морозова. Но в зимний перерыв, а здесь ошибка. И Данил Липовой тащит мяч, есть поддержка. Валерий Царукян справа, слева набирает скорость, входит в штрафную. Есть там Артем Делькин, передача на него. Доходит, удар поворотом. И вновь отмечаем, что дают вот эти пространства. И, казалось, там должен был и в какой-то момент контролировал. Удар поворотом от Кирилла Морозова. Может он пробить, забивал мячи со штрафных. Вот Гелизудинов мяч получает, смещается в центр, находит Артема Делькина. Ударит ли поворотом? Бьет, но здесь вот Денис Кутин свою работу выполняет на пятерку. Определенно точно. Навес, удар поворотом! И это Алев. И это было очень опасно. Добрался до мяча, отклеился там от защитника, выиграл эту, в это единоборство. Все тот же Денис Ткачук у мяча. Навес в штрафную. Неплохой удар поворотом. И Андрей Климович пропускает мяч. И это 3-0. «Волгарь». Ну, кажется, что устанавливает окончательный счет. Прямо под кипером «Волги» мяч пролетает. Тут же финальный свисток. Звучит уверенная, супер уверенная победа «Волгаря». 3-0. И таким образом «Волгарь» зарабатывает для себя очередные 3 очка.